Друзья, сегодня политические новости из Ирландии, и это обзор очень горячих дебатов по конкретному видео. Смотрите его в описании. Мы рассмотрим сейчас, как Ирландия обсуждает военную поддержку Израиля. Эти дебаты вызвали бурю эмоций и разделили общество. Мы покажем вам ключевые моменты и мнения разных сторон, как эти события разворачиваются и что они значат для будущего Ирландии и ее внешней политики. Итак, политический ответ Ирландии на военную поддержку Израиля со стороны США и его основные моменты. Ирландские лидеры подверглись критике за то, что во время недавних визитов в США публично не осудили предоставление Соединенными Штатами оружия Израилю, несмотря на продолжающийся насильственный конфликт в Газе и сообщения о предполагаемом геноциде. Обвинение заключается в том, что это поставляемое США оружие непосредственно способствует гуманитарным злодеяниям в Газе. Аэропорт Шеннон используется американскими военными, и это является одним из ключевых пунктов участия Ирландии в конфликте. Американские военные самолеты пересекают территорию Ирландии по пути в зоны конфликта. Некоторые ирландские законодатели утверждают, что разрешение на эти полеты через Шеннон делает Ирландию соучастницей в вооружении и косвенной поддержке конфликта. Они требуют изменения политики, чтобы предотвратить пролет самолетов с боеприпасами через воздушное пространство Ирландии, особенно в свете нынешней ситуации в Газе. Одно из очень неприятных последних сообщений о том, что Израиль применял белый фосфор в гражданских районах, затрагивая районы дислокации как миротворцев ООН, так и ирландских войск. Это усилило призывы к Ирландии предпринять более решительные действия для обеспечения безопасности ирландского персонала и осудить подобные нарушения международного права. Позиция правительства в отношении гуманитарной поддержки и судебных исков руководства Ирландии заявляет об активной поддержке прав человека палестинцев и соблюдении международного права. Правительство отмечает постоянную связь с учреждениями ООН и ирландскими миротворцами для обеспечения их безопасности и заявляет о своей приверженности гуманитарным инициативам. Однако некоторые лидеры оппозиции критикуют эту позицию как недостаточную, ссылаясь на прошлые отклонения законодательных мер, таких как законопроект об оккупированных территориях, который запрещал бы торговлю с незаконными поселениями. Законодательные требования о санкциях и обвинения в бездействии существуют, несмотря на неоднократные предложения парламента Ирландии ввести санкции против Израиля и поддержать меры по предотвращению геноцида в соответствии с международным правом, правительство, как сообщается, выступало против таких предложений или откладывало их. Критики утверждают, что это бездействие подрывает обязательства Ирландии по конвенции о геноциде. Международная реакция и позиция Ирландии в ЕС. В то время как Ирландия позиционирует себя как активный сторонник прав палестинцев в Европейском Союзе, внутренние критики утверждают, что правительству следует занять более жесткую позицию, введя санкции или подав в суд на Израиль за предполагаемые нарушения международных гуманитарных стандартов. Приверженность дальнейшим действиям в сотрудничестве с оппозицией. В ответ на растущий общественный резонанс, правительство Ирландии пообещало изучить дальнейшие действия, касающиеся торговых ограничений с Израилем, а также пересмотреть законопроект об оккупированных территориях. Это преподносится как попытка конструктивного сотрудничества с оппозиционными партиями для укрепления позиции Ирландии в области международного права и прав человека. Разногласия в ирландской политике по поводу Израиля и политики в области прав человека. Ирландские лидеры подчеркивают важность осуждения всех нарушений международного права, призывая проводить различия между народом Израиля и действиями его правительства. Ирландское правительство утверждает, что оно сотрудничает с международными органами, такими как Международный суд, в формировании своей политики, которую некоторые политические деятели критикуют как недостаточно активную. По мере роста критики, тысячи ирландских граждан собираются в аэропорту Шеннон и по всей стране.
призывая правительство прекратить военные полеты США в поддержку конфликта. Протестующие призывают Ирландию выполнить свои обязательства по обеспечению мира и прав человека, прекратив эти полеты, которые, по их утверждению, делают Ирландию соучастницей насилия в отношении палестинцев. Внутри правительства лидеры оппозиции усиливают свои призывы к более жестким мерам, требуя введения санкций против Израиля и настаивая на том, чтобы правительство соблюдало нейтралитет Ирландии. Они подчеркивают, что международное право обязывает Ирландию предотвращать геноцид, обязанность, которая, по их словам, игнорируется, пока военная поддержка США осуществляется через воздушное пространство Ирландии. В ответ премьеры выступили в защиту позиции Ирландии, заявив, что правительство активно осуждает любые нарушения международного права и привержено защите ирландских миротворцев в регионе. Тем не менее, критики утверждают, что этого слишком мало, слишком поздно, настаивая на немедленных действиях как по ограничению воздушного пространства, так и по давно отложенному законопроекту об оккупированных территориях, запрещающему торговлю с незаконными израильскими поселениями. В условиях эскалации напряженности Ирландия сейчас стоит перед важным решением — занять более активную позицию на международной арене или сохранить свой нынешний подход в условиях растущих требований к подотчетности и действиям. По мере обострения дебатов о роли Ирландии, голоса оппозиции продолжают обвинять правительство в том, что оно закрывает на это глаза. Они подчеркивают уникальное положение Ирландии в ЕС и призывают министров подавать пример, инициируя прямые действия, такие как запрет на заправку американских военных в Шенноне, давнее требование, которое теперь усилилось из-за кризиса в Газе. Между тем, правительственные чиновники утверждают, что они уравновешивают гуманитарные приоритеты Ирландии с дипломатическими обязанностями. Премьер-министр, осуждая насилие, подчеркивает важность осторожных, взвешенных действий, указывая на активную роль Ирландии в дипломатических усилиях ЕС. Но общественность и некоторые члены Палаты представителей не видят в этом должного отклика. Протестующие продолжают требовать немедленного принятия законов, таких как закон об оккупированных территориях, который не был принят с 2018 года. Этот предлагаемый законопроект запретит импорт товаров из незаконных поселений на палестинских территориях, что свидетельствует о твердой позиции Ирландии в отношении того, что многие считают гуманитарным кризисом. В условиях растущего давления как внутри страны, так и на международном уровне, следующие шаги Ирландии могут по-новому определить ее роль в глобальном миротворчестве, показав, будут ли ее действия соответствовать давней приверженности страны соблюдению прав человека и справедливости. Это краткое изложение ирландского политического ландшафта, касающегося международных обязательств Ирландии, ее отношений с Соединенными Штатами и внутренних дебатов об этичности и законности разрешения военного транзита через воздушное пространство Ирландии. Благодарю вас за участие на этом канале, поддержку, ваши многочисленные комментарии и вопросы. Берегите себя и до встречи в следующем видео.